Всем привет! С вами Прия. Сегодня я решил заснять весьма спонтанный видосик, который, скажем так, этот видосик, его, скажем так, начало, оно берет с того, что построилась наконец-то башня мага. Да, я рад этому, это все классно, это мы получаем бафы на дополнительную силу артефакта, на репутацию, насколько я правильно понимаю, с новой фракцией. Суть в чем? Поймите меня правильно, когда вы сдаете по 100 припасов, когда вы сдаете по 100 припасов именно вот этих вот армий погибели легиона, вскрывая сундучки, есть шанс получения легендарки. Да-да-да. Да, я вам полностью серьезно это говорю. Сейчас я вам покажу чат, сейчас я закрою все вот эти дела, которые у меня закрывают чат в виде моих там рамок, недорамок. Вот, пожалуйста. Я просто стоял здесь и вскрывал эти сундучки. 5 сундучков. Напомню, что 9-я легендарка мне упала за 35 тысяч осколков. То есть я покупал 7 реликвий. Вот этих вот выброшенных. Купил их, получил аксессуар. Сейчас сдал 5 сундучков за 500 припасов армии погибели легиона. Получил Аялу на Фури Воина. Я не знаю, там на Армсаже она тоже вроде идет, там тоже казнь есть, конечно же есть. Вот. Ну, 10-я легендарка. Окей. 8 на танка и 2 на ДД спек. Одна из них только на фуре. Сейчас, прикиньте, еще перчатки упадут легендарные на фуриках. Шучу, их не существует. Вроде бы как. Вот такое вот дело, так что из того падают легендарки. Если же вам интересно узнать про все мои легендарки, то обязательно зайдите на Twitch канал, напишите такую команду, как восклицательный знак Лего, и вам дадут 9 коротких ссылок на все дропы моих легендарок. Счастья вам, здоровья, легендарок побольше. Да, они очень хороши. До скорого.